Магазин VIPTIME.RU представляет мужские наручные часы «Восток Европа Энергия». Данная модель продается в таком большом пластиковом боксе. При желании он трансформируется, внутренние части вытаскиваются, и можно использовать его для хранения 4 часов. В комплекте с часами идет дополнительный силиконовый ремешок. То есть без труда можно заменить его самостоятельно. Также все часы «Восток Европа» проходят тест на герметичность. То есть в тест вписывается серийный номер часов и какое давление они выдержали. Что, в принципе, очень мало где встречается. Также идет паспорт на часы. Так, в комплекте есть отверточка, чтобы вы самостоятельно могли сменить ремешок. Так, теперь перейдем непосредственно к самим часам. Часы выполнены в стальном корпусе. Сталь полированная. Водозащита часов 30 атмосфер. Механизм японский с автоматическим подзаводом. Из дополнительных функций присутствует индикатор запаса хода в положении 12 часов. Также внизу индикатор дня и ночи. Стекло у часов минеральное, утолщенное, с антибликовым покрытием. На часовые стрелки и метки установлены тритиевые колбы, которые светятся более 15 лет в полной темноте. Безель вращается в одном направлении против часовой стрелки и позволяет засекать отрезки времени. То есть, чтобы засечь время, нужно навести его на минутную стрелку. То есть, например, 15 минут пройдет, и вот по этой шкале ориентируемся. До 60 минут максимальное время измерения. Вот. Сбоку присутствует гелевый декомпрессионный клапан. Такая достаточно массивная пряжка с нанесенным названием модели часов. Так, задняя крышка закрытая. Тут нанесен серийный номер часов. Данная модель была выпущена тиражом 3000 экземпляров. Для заказа данных часов заходите на наш сайт viptime.ru. Спасибо за внимание.